военный до руин разрушенный Мариуполь. Это правобережный район портового города. Здесь проживали семьи, покинувшие подконтрольные боевиками территории Донбасса, спасаясь от обстрелов. Ремонт делался на средства, выделенные ЕС после начала боевых действий в 2014-м. Сейчас вынужденным переселенцам снова пришлось бежать от войны, рассказывает местная жительница Анна. Они, значит, с Луганской области, они здесь. Вот им в городе, ну как... Она как это самое, я не знаю, давали кому, как говорили, что это дают для врачей, для учителей. Вот, и вот она, они получили эту квартиру. Я говорю: Андрюша, куда вы идете? Говорит: мне дороже дети, чем вот это все. А это видео батальона «Азов». На нем кадры контратаки в осажденном Мариуполе. Городской совет Мариуполя также опубликовал видео с завода «Азовсталь». Российские ВВС продолжают наносить по нему авиаудары, несмотря на то, что там все еще скрывается около 1000 мирных жителей.